Рок всегда про битву. Школьники 17-й Одинцовской школы это знают точно, ведь жанр им очень близок. На благотворительном концерте ко Дню Победы для них выступила московская группа «Зверобой». Надеюсь получить положительные эмоции и вместе со своими одноклассниками порадоваться за людей, которые я увижу на сцене, которые будут сегодня выступать. К року, вы знаете, я обожаю, это мой любимый жанр музыки, но вообще я люблю старый рок 90-х. Благотворительный концерт организовал фонд «Порубежье», учрежденный ветеранами пограничной службы ФСБ России. Организаторы уверены, воспитать дух патриотизма в детях можно только, когда ты говоришь с ними на одном языке. У них очень красивая музыка, и она наполнена именно как раз тем смыслом, который подходит как раз наибольше к данному мероприятию. То есть у них очень много песен про родину, про патриотизм, про служение людям. Для самих музыкантов праздник Победы имеет большое значение, что доказывает репертуар «Зверобоя». «Русская весна», «Родина», «Чистое небо», «Привет, Москва» и многие другие песни прозвучали на концерте. Мой дед один воевал, второй был работником тыла, спасал свой завод, когда сбрасывал с крыши всякие зажигательные. Это великий праздник, его еще по-другому называют гражданской Пасхой, да? Поэтому нам никак нельзя, русским людям никак нельзя забывать о 9 мая. Концерт ребятам запомнится точно, ведь не каждый день услышишь динамичный рок о любви к родине в исполнении популярной группы. Целый час ученики от 7 до 11 классов увлеченно слушали музыку «Зверобоя» и даже подпевали. Концерт ко Дню Победы удался. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».